Всем привет, друзья! Сегодня расскажу абсолютно все, что нужно худому человеку, чтобы набрать мышечную массу. Во-первых, вам нужно желание, терпение и вера. Во-вторых, тренировки. В-третьих, питание. И в-четвертых, отдых. Первый результат вы увидите, конечно, через 2-3 месяца. Так быстро все не бывает. И примерно за год, если вы начали только тренироваться, вы сможете набрать от 10 до 15 килограмм мышц. Потому что у мышц такое свойство есть, что когда они получают стресс, а когда вы начинаете заниматься, это огромный стресс для мышц, они очень сильно и быстро растут. Итак, первое – это питание. Получайте калорий больше, чем вы тратите. То есть нужно получать на 15-20% калорий больше, чем вы тратите, если вам не хватает этого, то, что вы кушаете. Питание должно быть 5-7 раз в день маленькими порциями, то есть кушайте каждые 2-3 часа. Не забывайте также о воде и овощах. У вас должно быть правильное соотношение БЖУ, то есть это 25, 10 и 50%. Основой вашего рациона должно быть правильное питание, то есть натуральная пища. Теперь, друзья, о тренировках. Тренируйтесь 3 раза в неделю, максимум 50 минут, потому что новички не должны много тренироваться, особенно если вы худой, о чем мы сегодня и говорим, о худых людях. Так что тренируйтесь максимум 50 минут 3 раза в неделю. Вы спросите, почему 50 минут? Потому что после 20 минут уже мышцы получают нагрузку. То есть 20 минут прошло, и еще 30 минут, да, и вы уже готовы. Если говорить о конкретных упражнениях, то самыми лучшими и эффективными упражнениями для вас на начальном этапе будут жим от груди, присед со штангой и также становая тяга. Это базовые упражнения, которые нужны, чтобы развить силу, потому что без силы вы не сможете поднимать большие веса. Сначала, друзья, уделяйте все внимание, абсолютно все внимание технике, а не весам, потому что техника – это самое важное. Теперь про отдых поговорим. Всегда, ребят, отдыхайте после тренировок, чередуйте дни тренировок и дни отдыха и очень много спите, минимум 8 часов. Если вы будете следовать всем этим указаниям, то вы очень быстро накачаетесь и очень быстро наберете массу. Я говорю, масса растет в первый год-два, потом рост замедляется. Поэтому в первый год вы нарастите самую большую массу. За всю историю масс, которую вы могли бы нарастить. Так что все, друзья, надеюсь, вам полезна была эта информация. Ставьте лайки и подписывайтесь обязательно на канал. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока!